Черт, надо что-то менять в жизни. Может стать блогером и так заработать денег. Ты блогером? У тебя такой старый телефон, что его могут откопать вместе с останками динозавров. Я возьму кредит. Будешь моим поручителем? Мне будут звонить, и если ты не будешь платить по кредиту... Да. Писать идиотские письма и постоянно спамить? Да. Я буду постоянно вносить их номера в черный список, а они будут звонить с новых? Именно. Я согласен, чувак. У меня есть идея. Мама Гарри подарила ему на день рождения телефон. Точно. Ты замутишь с его матерью, и она тоже подарит тебе телефон. Нет, я просто буду снимать свой блог на телефон Гарри. Ну, или так. Эй, Гарри, я хочу стать блогером. Одолжи свой телефон на недельку, и я верну тебе его через неделю и сверху 200 баксов накину. 200 мало, чувак. Давай 1к. Звучит как хорошая сделка. По рукам. Всем привет, ребята, и сегодня будем играть довольно необычную игру для моего канала. Сегодня будем играть в игру Ламар Игл Влогера. Вроде так, эта игра находится в топ-1 плеймаркета. И я решил, почему бы не сыграть в эту прикольную игру. Но перед началом видеоролика, чувак, поставь лайк, реально. Давайте под этим видео мы наберем 50 лайков, и тогда я сниму вторую часть этого видеоролика. Ну давайте уже начинать. Как я понял, Ламар устал от бедной жизни, и он хочет стать супербогатым. Но чтобы быстро разбогатеть, нужно стать блогером, чувак. Да, он занимается блогерством, потому что он только хочет зарабатывать денег. Не то, что как некоторые... Так, я не буду про себя тут. Так, я понял. У нас райончик такой ужасный, потому что вот сзади атомная станция, эти все выбросы, выхлопы, то есть вообще ужасный воздух. Дом весь уже в трещинах, машина вообще вся ржавая, и нам нужно заработать денег, как я понял, да. Нужно зарабатывать деньги и прокачивать наш дом, нашу технику, нашу одежду, потому что когда мы прокачиваем одежду дом, то мы становимся популярнее. Пока у нас 220 подписчиков, давайте уже фармить деньги. Деньги. Я вот просто не понимаю, что он снимает. Он просто стоит и снимает себя и все, и просто что-то говорит. Ладно, чуваки, давайте просто будем зарабатывать деньги. Все-таки эта игра создана, чтобы зарабатывать деньги. Так. Можно уже прокачать дом, машину можно прокачать, можно уже... Так, я не понял. Ладно, я сделаю на максимум. Так, все, отлично. О, нет. О, тебе подарок, спасибо за 7-5 это. Слушайте, я не знаю, может в Америке или за границей реально так быстро зарабатывают блогерством, то есть у него же 300 подписчиков, и он заработал 12 баксов. Даже больше, потому что я уже прокачал свой дом и машину. Я не знаю, как он подключил монетизацию. Монетизация только с 1000 подписчиков и 4000 просмотров. Часов, точнее. Ладно, чувак, он какой-то сильно везучий. Харизму нужно прокачать. Конечно, нужно импровизацию. Нужно эрудицию, это самое важное, что есть. А вот у меня как раз с эрудицией все очень плохо. Остроумный, но я остроумный. Эмоциональность, я, наверное, эмоциональный, я не знаю. Давайте будем опять деньги накачивать. Просто будем зарабатывать деньги. Так, кстати, да, что еще посмотрим? Так, у нас уже 400 подписчиков, то есть уже прошло максимум 1 минута. Мы уже нафармили себе 400 подписчиков. Неплохо, неплохо, чувак. Так, я думаю, что нужно одежду прокачать. Прическа и очки, конечно. Так. Слушайте, игра реально, она такая неплохая, она реально интересная, то есть, да. Как я понял, эта игра еще с сюжетом, то есть... Вот мы одолжили 1000 баксов телефон, наверное, он придет, когда мы заработаем, чтобы забрать эти 1000 баксов и отдать телефон, в общем, будет круто. Как я понял, мы сейчас на первом районе, и вот нужно вот дойти до сюда, то есть дойти до Лос-Анджелеса. Что это на газоне, чуваки, напишите в комментариях. А, так, коробка, машина, деревья, сзади мусор, то есть, ну, все как обычно. Обычный житель Америки, чуваки. Так, прокачаем дом, прокачаем машину. Давай, прокачай, что ты? Ладно, пока мы нафармили мало денег. Бэмс, лузер. Вот, ему пишут уже гневный комментарий. Ну, а что ты хотел? Ты снимаешь, наверное, не очень интересный контент. Потому что можно на протяжении всего видеоролика говорить без смены локаций. Ладно, чуваки, я не буду обрезать, но подписчики идут, деньги идут. Поэтому, наверное, он все правильно делает. Так. Я как понял, нужно прокачать мне постановку под камеру, дом, машину. Так, сейчас поднакопится немножко денежки, и мы прокачаем сад и дорогу.
Машина прокачана. Давайте фармить деньги. Деньги, 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 деньги. Я чуть-чуть, короче, поиграл в игру и немножко прокачался. И вот пошел сюжет. Привет, Гарри, держи 1 кабакс, как и договаривались. Серьезно, ну как? Ты не держишь и за бок, значит, почка у тебя на месте. Просто мой блог начал быстро набирать популярность. Ты молодец, господи, у тебя появился газон. Он всегда был. Я просто не знал, что под кучей у тебя газон. Еще я починил свою тачку. Кого? Вот этот мусорный бак перед домом был машиной? Кстати, прикинь, Трэвис Бигелоу зарабатывает 60 миллионов баксов в год. У него особняк в горах за 40 миллионов. А так, да-да-да. Я слышал про него, но у него же 100 миллионов подписчиков. Тебе столько не набрать, даже если ты будешь крутить. Да. Ну почему? У меня уже 2000 подписчиков. Ну, до 100 миллионов это очень много. Круто, давай комменты почитаем. Куда ему скинуть деньги, чтобы он купил себе нормальную одежду? И усы, как у маньяка из того фильма про кости «Прячьте детей». Ты шутишь, как мой дед. Тупо и не смешно. Черт, ну я работаю над собой. Чувак, под видео про меньше гневных комментов, что будешь делать? Завяжешь с этим? Нет, надеюсь, мне нужно просто прокачать свои навыки и обновить шмотки. Подставку под камеры прокачаем, прокачаем харизму, прокачаем импровизацию, прокачаем эрудицию. Чуваки, ну я... Так, что это такое? Так, о, мы заработали 5 баксов. Чуваки, ну вот сразу видно изменения, то есть уже мусор не... Уже машину мы починили, дом мы починили, на газоне нету мусора. Все отлично, чуваки, можно жить спокойно, чуваки, но я думаю, на этом все. Если вам понравится этот видеоролик, то вы напишите в комментариях, хочу вторую часть, или просто поставьте лайк, чуваки, это реально помогает развиваться моему каналу. Я тоже хочу у него, вот как у него, 2500 подписчиков, чуваки, и зарабатывать только один. Ладно, чуваки, я тут не для заработка. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик, всем пока!